Добрый день, дорогие друзья! С вами Сафронова Ольга. И сегодня я хочу с вами поговорить о самой последней новости Фаберлик – кэшбэке. Вроде бы как уже давно это на слуху, много было разговоров всяких разных об этом, но тем не менее остается все равно много вопросов. Так что же это за зверь кэшбэк? Если раньше у нас была скидка, причем несколько скидок была для привилегированных покупателей, одна скидка, для консультантов другая скидка, для тех, кто часто делает заказы, одни привилегии, для тех, кто редко делает заказы, другие привилегии. Сейчас будет все гораздо легче и проще. Причем в чем преимущество? Если вы были привилегированным покупателем и у вас была скидка, но так как у вас много знакомых, родственников и прочих людей, и кто продавал им по своей цене за столько, за сколько купил, это делали многие. И потом говорили, что «А чё, я ничего не имею, за сколько купил, за столько продал, какие деньги Фаберлик?» Нету Фаберлик никаких денег. То сейчас будет ситуация немного другая. В чем она будет другая? Для всех будет одна единая цена. Цена каталога. И продавая уже своим родственникам, вы будете продавать по той же цене, которую вы заплатите. Цену каталога. Это вы заплатите первый раз. Но для вас это будет все равно, конечно, может быть даже стрессом в начале. Но впоследствии это будет большое преимущество, потому что ту разницу, которую вы получите, в тот же момент компания вернет вам на счет. Причем разница тоже будет разная. Если человек берет первый раз, то его кэшбэк составляет 15%. Если он берет второй раз, его кэшбэк уже 20%. Если он 6 каталогов подряд делает заказы, у него будет повышенный кэшбэк, даже если он не делал 50 баллов. Раньше этого он получить не мог бы. Есть возможность не ждать 6 каталогов, а сделать 50 баллов сразу же и получить повышенный кэшбэк 26%. 260 рублей с каждой 1000 вам вернется на счет. Смотрите, как неплохо можно заработать, делая регулярные заказы. И чем больше ваш заказ, тем выше ваш кэшбэк. Но вот с 6000 заказа можно получить 1500 кэшбэка. Здорово? Здорово. Когда мне говорят люди, ой, у меня нет денег заказывать Фаберлик. Ну, это только наша лень. Если вы соберете заказ со своих знакомых, со своих соседей, коллег, где-то там лишних пару раз раздадите каталог и соберете заказ на 6000, вам вернется 1500 кэшбэка, на который вы спокойно можете сделать себе хороший заказ. И это будет для вас практически бесплатно. Здорово, здорово. Я тоже считаю, что кэшбэк – это очень большое преимущество. И пользоваться этим нужно однозначно. Поэтому мало того, пользоваться самим, приглашайте других людей, и вы еще будете получать от структуры. Таким образом можно зарабатывать 26% с товарооборота, с вашего личного, и еще от 3 до 23% от товарооборота вашей команды, которую вы создадите. И я думаю, что 49% это вообще круто. И это благодаря кэшбэку. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне их задавать, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Сафронова Ольга. До новых встреч!